за холстом, который вылез. А сейчас проверяем, есть там дверь. Давайте ключи вылез. Не жизнь, а сказка. Научный сотрудник Самарского литературного музея Ксения Курдакова в усадьбе Алексея Толстого проводит интерактивную экскурсию по мотивам сказки «Золотой ключик» или «Приключения Буратино» всего месяц. Говорит, когда она была совсем маленькой, эту книгу ей подарила крестная. С тех пор Буратино стал любимым сказочным героем. Ксения рассказывает, большинство детей приходят на экскурсию, прочитав книгу. Но даже если этого не случилось, полученные впечатления наверняка вдохновят детей прочесть сказку, которая учит добру. Конечно же, она учит дружбе, взаимопомощи и в какой-то степени учит оберегать себя и друг друга от каких-то корыстных и жестоких людей. И учит тому, что сообща вместе люди могут противостоять злу и могут создать свой добрый общий мир. Лидия Меделяева делится. Ее старшая дочь Даша в литературный музей на интерактивную экскурсию приходит во второй раз. 2 года назад была с классом и так много о ней рассказывала, что теперь, когда подросла младшая дочь, они пришли сюда вместе. Мне больше всего нравится это, когда мы залазим под кувшин, потому что голос меняется. Ой, тайна золотого ключика! Совсем недавно прочитали книжку, и по свежим следам хотелось бы еще посмотреть интерактивчик. Я очень люблю такие экскурсии. Я, в принципе, люблю экскурсии, когда они интерактивные, детям интересны, с удовольствием, конечно. Ну и всегда хочется подкрепить прочитанные страницы еще и событиями, чтобы это запечатлелось. Экскурсии по мотивам сказки «Золотой ключик» или «Приключения Буратино» в Самарском литературном музее проводят как в выходные, так и в будни по предварительной записи. Андрей Горгуленко, Виктория Шарая, Константин Головин. События.